Регион продолжает готовиться к предварительному голосованию по выбору кандидатов для дальнейшего участия в выборах в Государственную Думу. Напомню, прийти и выбрать самых достойных жителей всей России, в том числе и нашего региона, смогут уже 22 мая. Прозрачность, открытость и легитимность во власти – это главные акценты предстоящего партийного голосования. И уже сейчас кандидаты принимают наказы жителей. Так, в самых оживленных районах Ярославля появились волонтеры. Они проводят сбор подписей в поддержку председателя Общественной палаты Ярославской области Александра Грибова. Кроме того, любой желающий может оставить свои пожелания и предложения. Это поможет кандидату в депутаты лучше узнать о ситуации в городе и области, иными словами, получить обратную связь от жителей. Его поддержали практически все члены Общественной палаты Ярославской области, потому что знают его как бойца, человек, который умеет добиваться поставленного результата, который прекрасно и четко видит перспективы и видит, как надо реализовывать свои планы и идеи.